Some non-combat footage for February 28, 2023 of the Russian-Ukrainian war. Here we see the Russian casualty map per capita for the regions of Russia. Notice how low it is for Moscow? In the next clip, we see a Ukrainian soldier helping some children. Держите. Сейчас у меня хвостик не знает, видите? Давай, спускайся сюда. Вот тримайся ручкой, давай, давай. Не бейся, не бейся, я тебя возьму на руки. Давай, сюда, вот, вставай. Давай, давай, давай. Не бейся, ничего, не спеши. Давай откуда? Сам Белоусы? Белоусы? Что, мы? Да, идите. Нет, мы идем. Улыбнись. Солнышко, скажи слава Украине. Слава Украине. Героям слава. Давай руку. Аккуратно. Краще. Что, пошли дальше? Leopard training facility in Poland. In the next clip, we see Russian citizens and soldiers complaining about this war. Мне 82 год, но смотреть на то, во что превращается наша страна, я не могу. Нас сейчас ненавидит весь мир только из-за этого, простите, упыря. Путин – это война. Без войны он не удержится у власти. Путин – это воровство сплошное, это коррупция. Я написал в письме, хватит Путин врать, воровать, воевать. Ну вот. Бойцов-добровольцев Орловского добровольческого батальона подло обманули. Со слов бойцов мы знаем то, что, первое, бойцы были абсолютно уверены в том, что являются добровольцами, что идут воевать в составе добровольческого Орловского батальона. Второе. Бойцы поверили губернатору Орловской области, который неоднократно публично заявлял о том, что Орловский батальон является добровольческим. Никто не предупредил, что бойцы Орловского добровольческого батальона с момента подписания контракта являются военнослужащими. Третье. До подписания контракта начальник штаба Гуськов утверждал, что контракт имеет типовую форму. Отдельных контрактов для добровольцев нет. Контракты необходимо подписать для того, чтобы бойцам могли выдать оружие, бронежилеты, форму, начислять денежное довольствие. Кроме того, Гуськов утверждал, что через 3 месяца контракты можно будет расторгнуть или перевестись, если подведет здоровье или не выдержит психика. Все это оказалось неправдой. Теперь, когда сроки действия контрактов истекли, нашим родным, бойцам-добровольцам, отказывают в увольнении по причине истечения срока действия контракта. В контрактах нет ни слова о том, при каких условиях контракты могут быть продлены автоматически. Командование ссылается на пункт 4 и пункт 5 указа президента Российской Федерации номер 647 от 21.09.2022 года об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Командование утверждает, что бойцы-добровольцы Орловского добровольческого батальона не добровольцы, а военнослужащие по контракту, и воевать они будут до окончания СВО. Как же так? Кто обманул бойцов? Губернатор, военкомат, Министерство обороны, правительство или все вместе взятые?
Если в Орловском добровольческом батальоне нет ни одного добровольца, тогда почему он называется добровольческим? Обращение в военную прокуратуру Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации. Мы, мобилизованные из Тюменской области, были призваны осенью и зачислены в батальон 1641 «Росомаха», где проходили обучение в течение 3-5 месяцев по своим должностям. По приезду на Украину 4-я рота была раскидана по частям ДНР и смена наших вузов без нашего согласия. Мы пытаемся на месте выяснить, но все безрезультатно, так как штаб отвечает нам, что у нас теперь новое руководство, обращайтесь к ним. Мы уже были на боевом выходе в красной ленте и вернулись со своим составом благодаря сплоченности. Но на нас расформировывают каждый день и увозят непонятно куда по 2-4 человека. Где мы сейчас лишимся, никто не знает. Просим вас провести проверку на месте, а не на бумаге. Сейчас, когда мы начали поднимать глобальный вопрос и обращаться в все инстанции, ребят перестали переводить. Но при этом нас никто обратно не возвращает. Мы не отказываемся выполнять боевые задачи, но готовы делать это все в своем составе, в составе нашего батальона, в составе нашего взвода. Просим, чтобы вы вернули нас в наш батальон «Росомаха».